Minister Vieira, could I now invite Minister Lavrov to deliver his opening remarks? His opening remarks, Minister. Thank you. Dear colleagues, на фоне действий Запада наши страны вместе со всеми государствами глобального большинства должны активно искать поиск универсальных совместных ответов на вызовы современности. В их числе выделю попытки подрыва основ коллективной, равной и неделимой безопасности, региональные конфликты, международный терроризм, транснациональная преступность, включая криминальное использование современных технологий. И в этом контексте мы приветствуем проведение в рамках СМИТ отдельной сессии в формате «Друзей БРИКС» с приглашением государств-единомышленников. His Excellency, Vice Minister Ma Zhongzhu, to present his opening remarks. 各位同事，当前世界进入新的动荡变革期，金砖合作面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战。中国 完全赞同南非确定的今年金砖合作的主题，将全力支持南非主席国的工作。我们也相信，在南非有力的组织下，通过五国的共同努力，金砖南非年必将亮点纷呈，推动金砖合作再上新的台阶。 All our colleagues for their opening remarks. I now wish to request our colleagues from the media to please excuse us and go and enjoy.